Тепло, хорошо. Я на море иду. Посмотрите, какая очередь. Посмотрите, какая очередь за этими дюрюмами. Как они? Дюрюм? Да, правильно говорю. Я иду к морю. Я сегодня вышла из дома прямо в платье. Даже кофту не стала брать. По той лишь причине. Ну, вы обратили внимание, да, тут наш мэр на машине. Потому что выборы, здесь тоже наш мэр, Аланийский имеется в виду. Выборы скоро. Я решила даже кофту не брать, потому что я все равно ее не надену, я буду ее нести. Просто в руках. Игенлер. Ремонт заканчивается. Истанбул кебаб. Погода прекрасная. Птички греются. Ой, какая красота. Водичка есть у них? Да, только могли бы, конечно, и поменять. Какая водичка пыльная. До моря осталось совсем чуть-чуть. 5 минут, и я в море. У моря. Я не буду купаться сегодня. Я уже стала как турки. Мне прохладно. Ну как прохладно? Особо не прохладно. В общем, не знаю даже, что сказать в свое оправдание. Наверное, нечего сказать. Так, Конаклы, 50-й. Автобус имеется в виду. Я в шлепках, в платье, с сумкой. Здесь немножко мандаринов, шорты, которые надену, водичка, кошелек, телефон, ключи. На что сяду? Это как ее зовут? Ну, не полотенце, а ну вафельное полотенце. Такое подстилочное, в цвет песочка. Иду уже в короне. Комфортная, хорошая погода. Наверное, градусов 19 точно есть. На небе не облачко. И совсем маленький-маленький ветерок. Поэтому в платье вполне норм. Вполне. Так что, конечно, утром, если бы я выходила из дома, я бы так не оделась. Но учитывая то, что я выхожу из дома в половине первого дня, уже распогодилась, и возвращаться буду, ну, часа, наверное, в 3, в начале 4. Это будет самый пик жары, поэтому я не замерзну. Вечером, конечно же, я пойду в брюках гулять, если пойду, и в кофте, ну, такое. Вот прям лето-летнее, да? Лето-летнее, вот это вот темные пятна, это рыбы или нет? Но фонтан чистили. Видно, дно такое прекрасное. А, да, это рыбы. Рыбы, рыбы, рыбы. Просто они затихли и спят. Это рыбы. У нас здесь водились рыбы. А, нет, какие рыбы? Это листик. Или рыбы? Нет, вот эта рыжая рыба, точно, я вижу ее глаза. А вон те темные пятна. Да в пизду, блядь. Не знаю. Прям, знаете, лето-летнее. Кошкин дом. Он по-прежнему на этом месте. Смотрите, котятки родились. У каждой кошки вот эта вот маленькая лежит на подушке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 домиков. Конечно, такое может быть только в Турции. Такие малыши. Сегодня пятница.
Сегодня пятница, 23 февраля. Мужчины, я вас еще раз поздравляю. Посмотрите, они сидят в куртках. Ну, в теньке прохладно, ну, а на солнышке прям жарко. Они вышли из дома-то в такое время, как сказать, в утреннее. Девочки на учебу выходили. А на солнышке-то жаришка. Артем здесь, в районе Ока-Бич, потому что у нас здесь ловит интернет от бара. И вполне комфортно, можно лежать, заниматься делами. Подзагореть. Смотрите, у них пикник. Я разуваюсь. Пойду песочки. О. Песочек. Кстати, песок такой теплый. Лежит, болтает по телефону. Народу много. Артем купается. Я вижу, даже купался. Волосы мокрые. Лежит по телефону, с кем-то пиздит. Привет, Тёма. Привет. Водичка у него, посмотри-ка. Выпил бананчик. Я тоже раздеваюсь. Я буду в лифчике, в обыкновенном, в трикотажном. И не плавки, они сегодня у меня телесного цвета, их такое ощущение, что их не будет, не видно. Не в плавках я буду, и надену шорты. Очень такой, мини-шорты в них буду. Все. Пару часиков позагораем, потом разойдемся на отдых. Какие прекрасные воспоминания. В моей сумке бутылка из-под шампанского. Ой, не бутылка, пробка из-под шампанского. Еще бы, блядь, пробка. Еще бы бутылка тут оказалась. Так, я уже переоделась. Случайно. Чисто случайно. Все, переоделась. В шортах. В лифчике. Ничего из себя не строю. В хабешном лифчике, понимаете, поприятнее находиться, чем в этом вот эластике. Преть лежать. Хуя мне это нужно. Вот, шорт. Как я выгляжу в шортах. Красиво, да, я выгляжу? Так, кармашки расправим. Загорать слягу. Вот эти вот руки, подмышки, шея. Два часика. Солнце у нас полезное сейчас. Ну, в том плане, что... В том плане, что. Оно не особо активное. Подзагореть можно, потому что начнется лето, и ты уже не подзагоришь. Ты уже будешь бегать, как это, как сумасшедший, как ошпаренный, на море, с моря. Только пятки сверкать будут. Поэтому сейчас можно немножко и понежиться на солнышке, чтобы такой был приятный, легкий загар. Вот так вот я выгляжу. Фотомодель Инна Судакова. Пошла жара, пошла. Оцените мой лук. Не стесняюсь, что делать. Какие уж есть. Прекрасная, красивая женщина. И мне так сказали. Сегодня уже. О, видишь. Опять нашла кого-то. Что-что? Опять какого-то хахаля себя нашла. Нет. Старый. Тёмка предложил мандаринки. У меня, говорит, 6 мандаринок. Я говорю, у меня 3. У меня тоже есть. Он говорит, у меня еще бананы есть. А у меня водичка, и все, больше ничего. Спасибо, дорогой. Угощает. А, будем лежать, загорать, кайфовать. Всем доброго дня. Тёмка мандаринок напротирал. Твои? А, твои тоже протирал, да? Да, протирала, видела. Я уже вторую жру. Еще 2 банана. Питание. Колонийские бананчики. Наши. Хороши. Сеть шампиньоны по акции. Сколько? 400 грамм, 34 лиры.
400 грамм подложки, да? Нас также в Айсбир. Артем, я салат слепила. Салат слепила, заправила майонезом. Ну как, там слоями еще мазала. Не знаю, как получился. Подсаливала? А-а. Ну, потом еще. Поперчила. Ну, ты, в принципе, соль не... Поперчила картошку. Картошка. Лучок ты мелко делала? Не, как смогла. Я думаю, что не очень мелко. Я еще не ела, убрала его в холодильник. Яйца-то разделял желток. Нет, все вместе. Сверху. Желточек. Сверху у меня, Артем. Сверху? Соленые огурцы. Охуеть, блядь. Это что за мимоза новая? Жаль, что грибов там еще нет. Сверху у меня соленые огурцы. Украсил такими. Баклажанов нет? Нету. Нету баклажанов. Че ты ржешь, блин? Я салат подтушить. Как смогла, так сделала. Мне кажется, такие ингредиенты прекрасны. Соленые огурцы, не помню. Я тоненьким слоем. Терла его, что ли? Нет, не терла. Резала. Тоненько-тоненько. Лук, да, если что, можно смахнуть. Это вот эти острые, солененькие. Это, может быть, даже тебе достанется попробовать? Даже. В смысле, говорит, даже? Большой? А хотя ты мало сварил. Нет, небольшой, мало. Я-то обычно 5-6 яиц. 4 у меня. Картошки такие. 2 морковки. Нет, уже 2 морковки. Готовить. У меня вот такая вот ванночка. Не шибко там много. Я тоненькими слоями. Ну, то есть салат вот такой примерно слой получается. Вот я... длинный. А, нет, у меня не длинный. У тебя толстый, да? Да какой толстый, блин? Ничего не толстый. Еле нашла эту емкость, где делать. В чем делать? Лежим, общаемся на тему еды. Мечты о еде. Да, насчет на какую тему мы еще можем общаться? Как пожрать и как выпить. Он мне сегодня звонил. Говорит, ты что, будешь пить там? Это, время 11 часов. Может, по пивку? Я говорю, Артем, я вроде бы не пью. Сегодня, вчера не пила, сегодня, завтра и послезавтра. Ты обещала им, что ты пьешь. Да. А так и сегодня как-то раз образовался праздник 23 февраля. Я прям удивилась. Я говорю, блядь, праздник может за мужчин выпить? Думаю, да не знаю я что-то как-то. Ну, короче, не знаю, может быть, я откажусь от этого обещания. Пока я здесь на пляже. Жопку жарю. Такая сокровищница. Такое обеспаливанное такое видос. Дефиле по-турецки. Дефиле по-турецки. Видали, да, какие кадры были потрясающие? Только что Тёмку, это, говорит, Тёма, ты должен мне помочь. А он всегда готов. А это, знаешь, как сказать, мальчик, да не будем, это новый мемасик в интернете. Типа того, что мальчик, да хватит фотографироваться, это дорогой ресторан, на нас все смотрят. Мужчина, давай тебе здесь еще и рилс ебанем. Вообще похуй. Да. Давай тебе здесь еще и рилс ебанем. Да. Ну это, как сказать? Как сказать-то? Это такие инстаграмные шуточки. Все. Время 3 часа. Я была где-то чуть больше 2 часов, Артем. Чуть больше 3 часов. Нельзя перегреваться, потому что потом как вареная будешь. Надо отдыхать. А ты еще голову не мочила. Не мочила, да. Только у тебя что, темная башка-то? Ну и все, короче. Домой приду, искупаюсь. Буду отдыхать. Темка в отель. Провожу его до отеля. Нам по одной дороге. А нам по одной дороге, да. Чтобы провожальщица. Провожальщица. Стопэ. Пока! Скажи,
моим зрителям. Пока! Этот маленький карапузик поехал. Наш. Ага. Пусть второй. Давай, давай, давай. Хуй с горы. Пока! Артём, мороженое хочет. Я ему предлагаю посидеть. Что, посидим или пойдем? Давай посидим, если хочешь. Там столик пока есть. Давай. Не хочу мороженое. Если пойду в туалет лучше. Ну, прекрасно. Нет. А, ну давай, тогда буду. Буду. Да, давай. Какое есть еще? Ну, подожди, есть шоколадное. Вот это такое все есть? Это обычное, да. А это какое? Не знаю. Я вот... А ты один шарик себе берешь? Да. Я... В рожочек? А почему мы в ванночках не берем? Я хочу рожок. А, ну давай я тоже рожок. А в рожок можно разное? Да, пожалуйста, мне вот такой вот шарик. Красненький и фисташковый. Три просто шарика. Три шарика не поместятся, они выходят. Или я сделаю маленькие рожок. А маленькие шарики? Давайте, давайте маленькие шарики. Не, так... мне вот, как я и сказал. Да. Шоколадная просто. Да. А мне тогда маленькие шарики. Я поем маленькие шарики, а что мне? Сейчас туалет слетаю, потому что я же секуша. Девочка не очень-то умеет, видимо, делать мороженое. Одно на другое положила, этот шарик чуть ли, блядь, не упал. Ну, короче, пиздец полный. Мое мороженое стоит 120 лир. Мое мороженое стоит 120 лир. 50 да. 50 цены. Да. 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 Маловероятно, конечно, что я сюда приду еще раз. Еще вот. Вазочка. Но мороженое неплохое. Я не понял, какое. Неплохое мороженое. Ну, сюда больше не приду. В принципе, за шарик 100 рублей это нормально. Просто ты злой 3, блядь. Почему с тебя 30 взяли, а с меня 120? Я тебе сказал, шарика. Это дороже. Я не спрашивал. Прекрасно. В общем, в целом, я, в принципе, довольна мороженым. Оно вкусное. Оно вкусное. Ну да, не водянистое такое вроде. Да. Норм мороженое. И каждое вкусное по-своему. Сижу. Вот это вот вафелька. Она, знаете, вот что? Как трубочки раньше дома пекли. Такая вот. Сладкая, хрустящая, вкусная. Мое мороженое 400 рублей стоит. Почему? 120 мишели? Да. Нет, на 3. 360. 360. Шарик. Три стаканчика должны было быть. Как полкило мяса. На-на.
3 килограмма, которые мы с тобой брали. Все понимаешь, что они говорят.